11-классник специализированной экономико-правовой школы, член ученической организации «Исток» Никита Монастырский. Поздравления нашему почетному гражданину города Харькова, первому ректору Академии, доктору исторических наук, профессору Валентине Илларионовне Астаховой. Дорогие друзья, я поздравляю вас с этим очень светлым, прекрасным днем. Была плохая погода, мы все боялись дождя, а солнышко нам все равно сквозь все тучи пробивает. И это не случайно. Знаете, 20 лет – это, оказывается, очень трудная дата. Это великий праздник, это великое торжество, и в то же время это очень переломный момент на 21 год. Переломный в том смысле, что, знаете, за 20 лет многим надоедает, многое приедается, многое осознается как не очень правильное. И 21 год очень часто бывает на перелом вниз. Дорогие наши выпускники, дорогие дети, дорогие магистры, дорогие родители, дорогие гости, мы не переломились вниз. Ровно 3 дня назад, в 3-й раз, мы получили 4-й уровень аккредитации. Сколько бы моих должностей здесь ни называлось, я даже успела дойти от первого ряда до микрофона. Для меня Академия, и я для Академии, это часть моего сердца и часть моей жизни. Что бы в ней ни происходило, здесь выросли мои дети, здесь учатся и растут мои внуки. И я думаю, что внучью цепочку мы продолжим дальше. Валентина Илларионовна, подрастает следующая. И для меня, и для моей семьи Академия – это такой живой организм, который дает сумасшедшую духовность, колоссальное образование, понимание жизни, понимание взаимоотношений между людьми. Если хотите, Академия для меня – это то, что сделало меня тем, кем я стала. Желаю тебе, ну, моя, желаю тебе. Возраст совершеннолетия в Греции наступает в 21 год. Значит, и Академия сегодня празднует свое совершеннолетие. Да, это настоящий праздник. Каждый из нас старается дать своим детям только самое лучшее. А самое лучшее для нас – это Народная Украинская Академия. И это не просто школа или институт, учителя или преподаватели. Это дорогие близкие люди. Это семья, которая никогда не предаст, которая никогда не оставит в беде, которая всегда придет на помощь. Спасибо вам. Спасибо вам за то, какими мы стали. Спасибо за наших детей. А у нас стряслась беда. Сочинение снова. Лев Толстой, мои года. Не писал такого. Не бывали я нигде. Не дышу озона. Занимаюсь на труде. Что это ребята, которых ждет большое будущее, независимо от того, по какой стезе профессиональной они пойдут.
Но и особые слова благодарности мне бы хотелось сказать руководителям. И тех, кто готовил победителей и призеров Олимпиад, и тех, кто готовил победителей и призеров различных конкурсов научных. Спасибо вам за то, что вы находите таланты в школьниках и студентах. Ты родной нам стала навсегда? Любим? Нет, конечно. Почему? Просто обожаем мы тебя. Обожаю я, Нуа, обожаем. Даже если иногда обижаем. Жить на свете без Нуа не то и все. Мы часто встречаем рассвет на этих солнечных лучах. Надеюсь, все повторится. Взгляни, ты помнишь нас, ты знаешь все наши мечты. И в детстве кем хотели стать мы? Зачем все наши мысли, песни и стихи скрываем мы за семью цветами? Академия! Академия! Будем сам шага. Герой спорта, на победа как просто нужда. Выходи все в рекорда, наши звонкие дать имена.
Спасибо за внимание.